мою галерой. Мимо туч плывет Селена. Тихий плеск реки Дуэро. Тишина во всей вселенной. Спят дома и переулки, спят купцы и спят поэты, альгвасилы в караулках спят, отставив арбалеты. Спят ремесленники мирно. Только чу, откуда звяки? Это чей там стук настырный? Железякой в железяку. Это славный Дон Фернандо бьется насмерть с Дон Диасом. Может, подана команда двум бойцам такого класса? Может быть, вражды столетия или страсть к одной сеньоре привели их к этой цели? Нет и нет. Нет и нет, не угадали. И напрасны все потуги. Час назад еще не знали эти гранды друг о друге. К пункту А спешил Фернандо, к пункту Б Диас влюбленный. Два отдельно взятых гранда к двум отдельно взятым доннам. И в процессе продвижения в 2 часа и 3 минуты вышло здесь пересечение их стремительных маршрутов. Разойдись бы, да не просто, переулок слишком узкий. Гранду-гранд, что волк тамбовский или даже андалузский. Драга грандам, что находка, день без драки, что пропажа. Кто проткнет, кто будет проткнут, это им не важно даже. И тот час же в угол вещи, и плащи, и мандолины, и по шпаге шпага хлещет, а в душе у них малина. Не боятся в жизни риска, высекают шпагой искры. Дон Диас де Сан-Франциско, Дон Фернандо де Канистра. Поздравляю, Дон Любезный, вы мою проткнули печень. Поздравления бесполезны, я смертельно изувечен. И упали враз без стона 2 отдельно взятых дона. Близнецы в своей судьбе и ворочатся бессонно в ожидании оскорбленном 2 отдельно взятым доннам в пункте А и в пункте Б. Спасибо.